А че, ну лохряза еще, да? Ну, конечно. Здравствуйте, Карнат. Это артирок, трубка Карин Каркат. Да я, ну... Да еще раз вот здесь у нас, ты пьешь? Конечно. Кимазуров и Валера Стопынул. Валера. Валера, привет. Ну, Ро. Что случилось? Ничего не случилось. 2:26. Уже? Валера, смотри, нам с тобой нужны проблемы или нет? Смотри, Валера, честно тебе говорю, вот я сегодня приехал домой, хочу побыть дома с семьей, я пришел, хочу лечь спать. Во сколько у нас закон позволяет музыку делать громко? Закон. Валера, послушай меня, пожалуйста, я устал. Я два дня ехал в маршрутке, чтобы приехать сюда. Я приезжаю сюда, и здесь вот такие вопли и крики. Валера, по закону, что можно сделать, чтобы господин прокурор не нарушал закон? Валера, что мне сделать надо? Скажи мне честно. Вот чтобы закон не нарушался. Пункт номер. Спасибо большое. Спасибо. Ничего того, Эдик. Народ. Да, я все понимаю. Народ. Хорошо. Эдик меня зовут. Вас как зовут, молодой человек? Миша. Будь здоров, Миша. Миша, ты знаешь, во сколько музыка может играть громко, во сколько она должна быть выключена? Миша, скажи мне. Сумбатаж Доминика Пендерня. Валера, поцелуй своего друга Мишу и скажи ему, это правда или неправда? Правда. То есть мы можем в субботу-воскресенье ставить музыку до 8 утра? Да. Отлично, Миша, хорошо. Спасибо вам большое. Проблема, шликари проблема. Вот честно говорю, я хочу разговаривать на молдавском языке, но вот когда люди меня не уважают, я не буду разговаривать на молдавском языке, я буду говорить на русском. Ребята, в 11 часов, пожалуйста, чтобы музыка здесь больше не играла. Я вас прошу. Валера, убери, пожалуйста, руки от меня. Я прошу тебя, Валера. Валера, я уйду, пожалуйста, я уйду. На метр уйду. Вот, пожалуйста. Я ухожу на метр. Да, я ухожу от тебя. Но все, чтобы музыка после 11, Валера, после 11 музыка, чтобы больше здесь не играла. Я знаю, что ты не боишься. Договорились? Валера, я пойду по прокуратурам, я пойду куда угодно. Честно, твоя корочка, меня очень радует, что она у тебя есть. Мы с тобой были друзьями, но поверь мне, Валера, поверь мне, это уже просто достает. Честно тебе говорю. Честно. Валера, жизнь у тебя жизнь удалась? Прошу не оскорблять меня своими словами. Да щит мне тоже позиция. Я амвинитым хвачи, да ты так и лаора жмать ладоспще, музыка кынты. Жмать лауну, музыка кынты. Лаора доу, музыка кынты. Лаора доу, музыка кынты. Нарушение законов. Законов, мы должны друг друга уважать.
Așa e vă sărbătoare, da, eu îți vin da, sărbătoare. Da, da. După... La noi nu... Băi, ții când s-o... Stai, ulea! Ții când s-o a spat! E te rog mâna. Băi, nu spun mâna să pizdiez, nu retrăie, băi, nu sar la pizdeal. Ții când s-o pus mașina Iura în poartă și s-o oprit tățul ăsta, ți s-o plăcut? Nu. Dar nu îmi place ca tu vii să-mi strici poziția mă când la mine e sărbătoare în casă. La tine e sărbătoare în 2 часа ночи, tu ai muzică? La mine tata zău ariot muzică. Muzică o te може тарать когда угодно. Когда угодно? Сколько раз в году у меня А ты на меня не кричи, молодой человек. Ты сначала кричи. Я не буду на тебя кричать, но ты на меня тоже не кричи. Нет, я пришел, попросил. Ты попросил или покричал? Я попросил, выключите музыку. Эй, Боргерс, молдовнешь. Не буду я с тобой разговаривать. Пошел нахуй, дорожгата. Спасибо большое, господин прокурор, за ваше доброе отношение. Прокурор într-o parte, bun? Da, da. Prokuror într-o parte, dacă eu nu eram prokuror, te pizdiem prost amul. Da. Mă înțelegi? Отлично. Ca să înțelegi. Отлично. Если бы не были господином прокурором, может быть, я сейчас тоже бы взял бы палку и... Да давай палка, на палка, капу на там. Не могу, Валера, не могу. Ще винитай квариант лезть, ще юрешь, ще в тіни. Не могу. Ти настроїть Віка? Тут я же лишь что ты вики имеешь? Причем тут Вика? Ну да я не имею ничего, вы имеете. Чику тени, я пришел к тебе. Что ты дергаешь-то? Оставь, что ты дергаешь? Причем тут радость? Ты что говоришь? Валера, Валера, что ты дергаешь-то? Оставь пацана, ты чего делаешь? Валера, не поднимай руку на меня. Не поднимай я руку ни на кого. Валера, что ты дергаешь-то? Валера, а ну успокойтесь, пожалуйста. 2 часа ночи. У вас музыка орёт. Я прихожу, прошу выключить музыку. Вы меня посылаете... Куда вы меня посылаете? Валера, веди себя, пожалуйста. Ты юрацов, будь не поререл, да то он трать вармелец. Эдик, давай без дешёвых понтов. Какие дешёвые понты? Эдик, мы тебя знаем и твоего пацана тоже. Это не пацан, это Драгуш. Это Драгуш. Да вы мне можете вот знать. Смотрите. Давай учи Вику, чтобы не показывала сиськи по скиносе. Давай. До свидания. Не надо сейчас слушай, оскорблять друг друга. Слушай, во сколько домой. Нужно музыку ставить, вот столько и ставьте. Но уважайте соседей, Эдик, пожалуйста. Иди в свою я пойду не куда надо. Вы тоже ну, будьте вот любезны, уважайте, пожалуйста, нас, соседей. Причем тут жена? А, не показывай слово. Ноги по скиносам. Честное слово. В общем, перестаньте, пожалуйста. Время, сколько сейчас время? Сколько времени сейчас? Время, сколько сейчас? Чего у вас музыка орет сейчас? В 2 часа ночи музыка орет. Сделайте, пожалуйста, тише. Ушел Женя, уйдешь и ты. Я с чистой совестью уйду отсюда. С такими соседями здесь невозможно находиться.